мы сняли откосы, у нас сразу сильно расширились окна. И в результате вот помещение получилось таким. Все это только малая часть работ, рассказывает архитектор Ирина Фишман. Постройку на улице Молодогвардейской ее команда приобрела в 2020 году. Было понятно, объект срочно нуждается в реконструкции. Найти бригаду, которая согласится помочь подарить зданию вторую жизнь, оказалось непросто, признается Ирина. Площадь здания всего 43 квадратных метра. Но и с этой проблемой справиться удалось. Начало было положено, обновили крышу, привели в порядок фасад, покрасили окна. Сейчас здесь располагается архитектурное бюро. С учетом средств, вложенных в ремонт, стоимость квадратного метра для владельцев составила 95 тысяч рублей. Мы давно мечтали, собственно, это даже просто какая-то тема для души идеологическая, да, все-таки попробовать себя именно в восстановлении исторических объектов. И мы как раз на своем опыте показали, что при очень небольших вложениях можно получить классное пространство и наслаждаться как бы работой в центре города, с шаговой доступностью на все инфраструктуры. В Самаре продолжается стратегическая сессия «Инвестируй в историю». Участники собрались из разных регионов России. Архитекторы, представители бизнеса и власти. Неравнодушные люди обсудили вопрос восстановления и сохранения исторических зданий. 150 человек для такого форума, я считаю, что это очень хорошая наполняемость, вот, потому что тема достаточно узкая. И важно было, что приехало более 10 городов. И чем больше будет проводиться вот такого рода форумов, как проводим мы в Самаре, тем быстрее вообще заведется процесс по приспособлению исторических зданий, уже и передачи их в руки инвесторов. Дом за рубль – теперь это реально. В рамках проекта инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома под собственные нужды, при этом получить льготу по арендной плате за дом и землю. Такая практика уже реализуется во многих городах, и Самара не исключение. Такие разговоры, они позволяют понять, как вообще, что в этой среде работает, позволяют теме инвестиций в историческую недвижимость и развитие истории, сохранения звучать громче. Больше людей об этом узнает, больше людей об этом интересуется, и больше людей считает это престижным. Организаторы уверены, разрушить всегда легче, чем построить. Каждое историческое здание – это своего рода окно в прошлое, поэтому так важно их сохранять и оберегать. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.